Самураи, всем привет! На связи Инкубатор. Опять делимся с вами информацией о продвижении наших выпускников на рынок. Тех, кто закончил основную программу. Итак, данные за апрель месяц всегда по нашим категориям. Кого мы отправили на стартап для повышения скиллов, кого отправили на собесы в компанию, кого-то мы отправляем на стажировки и отдельно ребята, которые получили сразу оффер. По стартапам. По запросам наших партнеров мы отправили 7 человек на разработку продуктов. Это общее количество студентов на разные проекты. Мы, как всегда, по возможности просим собственников, менеджеров стартап-проектов записывать видео о наших выпускниках. Смотрим. Всем привет, я Роман, представитель стартапа One Life, являюсь там тем лидом. Стартапу 2 года, мы разрабатываем платформу для генерации медиа-контента, быстрого доступа к видосам по QR-кодам. Вот, на данный момент сотрудничаем с компанией IT-инкубатор, сотрудничаем уже 1.5 года. За это время успели поработать с 15 где-то студентами от них. Все люди приходят с уровнем Junior Plus, Middle. Довольно активные ребята, очень хорошо подготовленные, хорошо помогают проекту. Вот, работают у нас в среднем до 1.5 года, набивают себе опыт, дальше находят реальную работу на full-time. Вот. В целом все отлично, сотрудничаем, продолжаем сотрудничество, все хорошо. На собесы мы отправили 9 человек в разные компании. Passat Innovatsia Беларусь, Спорт IT Беларусь, предприятие B1336 Россия. Не все компании, конечно, соглашаются как бы озвучиваться. Делаем по договоренности. 5 человек отправили в компании на стажировку. Одна из таких компаний – Крайнет Беларусь. Прямой оффер получили 30 человек, 9 из которых по нашему прямому направлению в компанию и 21 человек после успешного прохождения нашей программы и помощью карьерного бустера. Это прокачка CV, собесы с HR, технические собесы и опыт стартапов. Наши студенты устроились в такие компании, например, как Vanaplay, Кипр, Комплитех Беларусь, Пикассо, Российская Федерация и всем известный Wildberries. Это по компаниям. Теперь по локациям. Следующая статистика. Литва. На работу ушел 1 человек, Российская Федерация 14, 3 в Канаде, 1 в США, Украина 2, Черногория 1, Грузия тоже 1 и Беларусь 7 человек. Это та информация, которая точно подтверждена. Она, конечно же, не отрицает всю реальность. Как бы есть люди, которые не хотят до испытательного срока давать нам информацию. Кто-то просто нас как бы не информирует, заработались. Вот. Ну, а кто-то вообще просто не считает нужным с нами делиться этой информацией. Самураи, учитесь хорошо, старайтесь, добирайтесь до карьерного бустера. Там мы вам будем помогать с техническими собесами, собесами с HR-ами, составление CV-шки, наработка опыта, собесы в других компаниях. Учитесь. Знаем, что рынок сложный, но комбинация всех наших услуг, возможностей, плюс ваша настойчивость и терпение, эта комбинация помогает залетать нашим студентам даже на медловские вакансии и успешно проходить собесы. Терпение и труд – все перетрут. Не унываем, работаем, учимся. Всех обнял. Пока.